И последняя. Необычная пациентка была госпитализирована в Саратовскую 9-ю горбольницу. Женщине скоро исполнится 102 года. Врачам удалось поставить ее на ноги. Секреты излечения тяжких недугов узнавал Григорий Вингурт. С переломом бедра от падения дома на кухне, как объяснил сын, Раису Григорьевну Балакину доставили в больницу. Для многих такой диагноз как приговор. Тем более, что женщине в августе исполнится аж 102 года. Консилиум врачей решил пойти на риск. Крепление бедренной кости, конструкция, которая аналогична западным. Мы провели ей эту операцию, послеоперационный период гладкий. А этажом ниже другие хирурги, челюстно-лицевые. Пациенты с такими травмами увеличиваются, ведь улица все больше, полна неожиданностей. И пострадавшую лечит Игорь Михайлович Морей, ему, кстати, за 80, и кандидат наук Татьяна Рогатина. Важно восстановление не только функции, это, конечно, в первую очередь, но и в то же время эстетики, особенно это касается женщин. Больнице немногим более 30 лет. Здесь работают свыше 300 человек, и только за минувший год они пролечили почти 14 тысяч больных. 5 кафедр медицинского университета. И как не заглянуть на неврологию, ведь все болезни от нервов. Не зря мы вроде бы как бы стучим молоточком по рукам, по коленкам. Да. А по крайней мере мы видим, на каком уровне замыкается рефлекс. И на этом основании мы даем заключение о топической диагностике заболеваний нервной системы. Молоточком нет, тогда мы идем В компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, вот то, что сейчас мы вот обсуждали. Вот, и смотрим, правы мы, а возможно мы и ошиблись. Для всех зал лечебной физкультуры, а точнее от всех болезней, своего рода фитнес-клуб, как и только что поступивший сюда испанский прибор. Через минуту умная машина выдаст все параметры, как говорится, по ранжиру, росту, весу и по жиру. Рост у вас 174 сантиметра. Как, было 179? Вот у вас рост сейчас 174 сантиметра. А усыхать начал уже. Наверное. Легенды ходят о руках массажиста Константина Маркеева, и аналогия известной шутки юмора напрашивается. Нормально, Григорий. Ну, отлично, Константин. Не все еще отлично. Медицина, она не останавливается ни одну минуту. Мы должны бежать буквально за современными достижениями. Следующие 150 миллионов – это новый магнитно-резонансный томограф, новый УЗИ, новый доплер и ряд другой аппаратуры. Тем временем Раису Григорьевну, она пролежала здесь 10 дней, выписывают. Скажу, большая благодарность за то, что мне помогли. Еще одно мнение уже от рядовой пациентки. Почему нравится здесь вам? Потому что хорошее лечение, хорошее питание. Григорий Вингурт, Алексей Новиков, Илья Леденев, Вести Саратов.